Желтые футболки появились. Появились желтые футболки? Да. Ты кепку одел. Нет. Ох, оленьки. Ого, так люди подъехали так уже. Без кепок знаю. Подъехали люди. С гипсом, да? Да. Гипсовый джипер? Гипс, гипс, ура! Это лайт или хард? Лайт. Это просто. Это просто. Что-то у него шины как-то аккуратно стерлись. Дерево, видно дерево? Дерево аккуратно объедь. Андрюк! Так, 235-75. Вот такое расстояние остается тут, почти его нету. И тут затирание немножко. Ого, какой аппарат. Цвет какой красивый, модный, да? Да? Вообще. Кубик, да? Да, кубик отдыхает. Девяточка, все есть. Это жесткий, да? Слышишь, они затирают сзади, там так близко вообще. А сколько это колеса? 29 где-то получается? 28. Ага, 8. Короче, 235-75, да? 15. Датчик, палим домой! Ты меня не слышишь, ладно? Дай микрофон, говори. Да? Ну давай микрофон. О! Итак, власти стартуют две машины. Сначала так пара, потом так пара. Трассами меняемся. Жеребьевка будет где-то тут, чуть попозже. Вот, время суммируем. В итоге выбираем 4 лучшие результата и идем по 3-4, 1-2. По одному заезду. Опять же таким методом жеребьевки выбираем левая или правая трасса. Запомнили? Потому что я забуду. Подскажите. Так, трасса хард. Катаемся в лайте до последнего участника. По времени не сориентирую, катаемся до последнего участника. В харде. Хард у нас опять же таки старт там, где лайт. Трассу чуть-чуть мы там ленточки переставим. И по низу по рабчаку у нас где-то там будет хард. Вот. Старт-финиш. Одна машина. Опять-таки на время. Два заезда, лучший результат. Все, запомнился. А соль? Дякую. Блин, тебя как Януковича встречают, блин. Давайте погладуємо. У нас зустріч всіх учасників і офіційний початок разом з Короваєм. Да. Зустріч на Десні оголошується відкритою. Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! Джип-джип! Ура! Ура! Вдруге відбуваються таке гарне спортивне змагання, як автораллі. Бажаю всім учасникам автораллі удачі, всім займати перші місця. А головне, щоб техніка не пішла. А всім присутнім бажаю гарно відпочити. Вчора був у нас День Конституції України, завтра День молоді. Тож вітаю всіх з цими святами. Так, нормально, тут зрителей під'їхало. Событие серйозне. Так, 69-й V8.
Так, Вадик на старте. Самая злая Нива и быстрая. Помпу включили. Вода с Харда в Лайт сейчас добавится. А тут помпа. Короче, подготовка серьезная. Хорошо поливает. Организаторы молодцы, людей это двинули. Дуже близько підходить до огорожі, не варто. Так, Андрюха первый. Первым хорошо. Тут Нива в стоке. Пока все просто. Вот тут старт сейчас у нас. 69-й. Так, полетели. А нет, Луаз. Луаз 69-м, что ли? К сожалению, всю трассу не видно. Тут жесткие ребята. Блин, Луаз рвет просто. Луаз с турбодизелем. 69-й не V8 попроще. Ну, сейчас V8 подъехал. H69 V8. Новояка. Наконец. Да, что-то пикап. Чему-то не одночасно стартували ці учасники. H69 V8 интересно, конечно. Нисан Ниссан. Так, гранчероки против 69-го. Борьба там намечается. Такая напруженная борьба в лицо. О, это уже повеселее. Блин. Нос в нос, конечно. Вот так он. Давай, 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 давай,
Так, патрол против Нивы. 61-й, 4,8. Ну, серьезный пилот здесь. Нива. Да, пока просто. Вот это Вадик теперь точно. Спорт. Шестьдесят девятый с грандом опять. Что там за 69-й? Охренеть. О, тут уже веселее становится. Ох, тут борьба сейчас. Блин, глаз. Отыгрался 69-й. А может и нет, да, отыгрался. Блин, все, у вас ресурс закончился. Сильно ударился. Да, оторвал рулевую тягу или сошку, не знаю, или что-то с редуктором не работает. Просто погнул, возможно. Блин, звучит круто просто. Ниссан с тем же отрывом примерно проиграл. Камыш. Так, Андрюха. Опять первый. Да ты что? Срезал. Стало скользко. Стало скользко, ленты рвут. И вешки сбивают.